Наши мероприятия рассчитаны на детей не только, которые посещают наш реабилитационный центр, а со всей республики Башкортостан. Это республиканский конкурс, и приезжают детишки отовсюду к нам. Возрастная категория с 5 до 21 года в этот раз. Его организатор – это Совет матерей. При нашем учреждении создана такая организация, ее создала одна из мамочек, у которой ребенок является ограниченными возможностями. И чтобы помочь родителям, которые оказались в такой ситуации, она создала вот такое объединение, и оно проводит мероприятия совместно с нами. Идея возникла 4 года тому назад, когда у меня ребенок, 5-летняя моя дочка, запела. Я посмотрела, а таких же конкурсов нету. В основном на таких детей смотрят жалостью. Приглашают их на концерты, раздаривают подарками. А вот это такой конкурс, чтобы они себя посмотрели, поучаствовали, поборолись, почувствовали себя полноценными людьми, и на них посмотрели как на полноценных людей, они как просто жалели, дарили подарки. И как бы, и поэтому они вот здесь участвуют. Вот знаете, сегодня даже меня радует, что здесь появляются пары. Девушка с парнем спела, они влюбляются, они живут. Тут с разными диагнозами дети общаются, со всей республики. Родители общаются, находят общие языки. Наш коллектив буквально месяц или месяца два назад образовался. И мы не так долго поем все вместе, и вроде бы результат хороший получился. Нам очень понравилось выступление, если честно. Нам очень понравилось выступать. И все эти поездки, это даже если вот просто едем в автобусе, это настолько интересно пообщаться друг с другом, хоть с некоторыми мы редко видимся. Трио, весельчаки, мы будем песни петь, просто-просто на маленькие звезды. Мы подготавливались не очень долго, но нам это было несложно.